Предприятие «Уралцентркомплект сегодня» – это известный в России и странах бывшего СССР разработчик и производитель оборудования для пищевой промышленности. Частная форма собственности, творческий потенциал специалистов, бывших сотрудников Федерального ядерного центра, адаптированная производственная база являются основой стабильного роста авторитета компании на рынке. Одновременно с поставкой оборудования квалифицированные специалисты предприятия осуществляют его монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала заказчика и ввод оборудования в эксплуатацию. Предприятие осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание. На протяжении всего срока эксплуатации поставленного оборудования предприятие обеспечивает оперативное решение всех вопросов силами службы технической поддержки. Основные виды выпускаемого предприятием оборудования – это горизонтальные автоклавы серии АГ-1200 для всех видов жесткой и мягкой упаковки, как тупиковые, так и проходные. Вспомогательное оборудование для консервных заводов, необходимое для механизации производства и сокращения ручного труда при эксплуатации автоклавов АГ-1200. Полуавтоматический агрегат фасовки пищевой продукции в реторт-пакеты типа DOI-PAK. Перфорированные прокладки для автоклавов всех типов. Технологический процесс стерилизации консервов в автоклавах включает трудоемкие операции по загрузке банок в корзины и по обратной выгрузке их после стерилизации. Для механизации производства за счет сокращения ручного труда наше предприятие разработало и выпускает современные, на уровне ведущих европейских производителей, полуавтоматические линии загрузки и разгрузки консервных банок из корзин автоклавов АГ-1200. Эти линии имеют разные конструкции, разную стоимость, но имеют одну отличительную особенность. Оператор руками только укладывает или выкладывает перфорированную прокладку, управляет двумя джойстиками и практически не касается банок, что характерно для аналогичного оборудования, выпускаемого другими российскими и некоторыми европейскими компаниями. Один загрузчик способен обслуживать закаточную линию заказчика производительностью до 6000 банок в час, а оператор способен загружать-выгружать два слоя банок корзины. Кроме этого, предприятие производит различные транспортеры, двухсекционные банкомойки, агрегаты сушки тары на различных этапах технологического процесса. Главные потребители нашей продукции – это мясо- и рыбоперерабатывающие предприятия, молокозаводы, предприятия по переработке фруктов и овощей, птицефабрики. География поставок. Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Армения, Венесуэла. Производимое нами оборудование учитывает специфику задач конкретного заказчика. Работа с потребителем начинается еще на этапе разработки проекта нового производства, либо проекта модернизации существующего производства. Накопленный опыт позволяет найти оптимальные варианты проектных решений для каждого отдельного производства, изготовить и поставить оборудование, удовлетворяющее требования потребителя. Предприятие имеет собственную конструкторскую службу и группу разработки систем управления и программного обеспечения, в составе которых работают высококвалифицированные специалисты. Правильность такого подхода подтверждается многочисленными положительными отзывами потребителей нашей продукции, таких как «Балтимор», «Валдайский погребок», «Барышский мясокомбинат» и многими другими. Горизонтальные автоклавы серии АГ-1200, выпускаемые нашим предприятием, зарекомендовали себя надежностью и удобством в эксплуатации. Надежность обеспечивается применением качественных материалов и комплектующих, современных технологий аргонно-дуговой сварки, высоким профессиональным уровнем персонала. Немаловажную роль в обеспечении качества имеет проведенная на предприятии аттестация рабочих мест и технологических процессов. Система управления, выполненная на основе промышленного панельного компьютера с сенсорным экраном фирмы Advantage с использованием комплектующих от Danfoss, SMS, Siemens, обеспечивает работу автоклава как в автоматическом, так и ручном режиме. Программное обеспечение системы позволяет создавать и хранить архивы режимов и архивы варок,
обеспечивает качественную диагностику процесса стерилизации. Использование промышленного планшетного компьютера в качестве пульта оператора позволило на одном и том же информационном поле организовать диалог оператора с системой управления при задании режимов, а также обеспечить визуализацию текущей информации о состоянии процесса стерилизации. Мы хорошо знаем достоинства европейских брендов в этой области техники и с уважением относимся к их опыту. Однако, если вы делаете выбор в пользу предприятия ООО «Уралцентркомплект», вы будете иметь качественное оборудование по очень конкурентоспособным ценам, функциональные возможности которого полностью соответствуют требованиям технологических процессов изготовления консервированной продукции, оперативность в решении любых проблем на протяжении всего времени эксплуатации купленного оборудования. Принцип работы нашего предприятия – делаем хорошо или не делаем вообще.